Категорически привет. Сейчас приехал курьер. Привез пиццу. Но это не я ее заказывал. Вот все хорошо. Я проверил. Вот контроль качества написан. Додо пицца. Сейчас мы посмотрим. Я даже не знаю, что здесь за пицца. Короче, меня угостили. О, блядь. Мясная 35 сантиметров. Вот же написано, блядь. О, нихуя. Кайф. Едитская. Багамыш. Ну и чё? Давайте похаваем. На тонком тесте. О, блядь. Опа, извращение сейчас будет. Была пицца, хуяк, рулет. С сыром. Горячая еще. Теплая. Ништяк. Это кайф. Итальянцы сейчас вздрогнули, когда я кусок завернул, наверное. Тут кусочки курицы. Блин, вода же не горячая, нафига я вот как чай пью. Привычка. Нормально. Но эта колбаса, она невкусная. Фигня какая-то. В пятерке за 30 рублей купили. Или за 28. Какой-то вкус, блядь, не то что-то. Вот кусочки курицы здесь есть. Вот они. Не люблю я вот эту фигню. Ну, где-то бутер. Ништяк. Бля. Та-ра-та-ра-та, ворот. Не, лучше с ананасами. Хотя бы сказали, какую пиццу, блин, может, любишь. Вот это мне вообще не нравится. Не знаю. Приправа какая-то, что ли. Какой-то вот этот запах. Именно вот эта колбаса. И вкус какой-то.
Мне просто жалко, она теплая, свежая. Пришлось сожрать несколько кусочков. Народ, ну сегодня у меня вообще очень странный такой набор. Заливное по-деревенски из птицы. Мясо. Интересная штука. Студень из говядины и свинины. Русской. Под солюшку русскую. С чесночком, с лучком. Бич-пакет и ленинградский рассольник. И это багет. Вообще весь в работе. Некогда. Вот даже сейчас, не знаю, спокойно смогу пожрать. Нет, всем здоровченко. Категорически. Рассольник ленинградской. О, даже кусочек говядины есть. Покупной, естественно. Ярко выраженный вкус солененьких огурчиков. Чесночный багет. Это какой-то кайф. Лучку возьмем. Чесночку подрежем. И с кайфом прям вточим сейчас. А вечером пойдем на свидание. Искренне не понимаю людей, которые почему-то считают, если человек поел чеснок и лук, то все. Это капец, это хана. Вот и лук жрёшь, чеснок, ты чё? Да идите вы лесом, блядь. Вы не понимаете этого кайфа, вот и дальше не понимаете. О, заварился мой бичуган. Это полезно. Чесночок, лучок. А что там кому вонять? Не нюхай нафиг. Бич-пакет портит всю картину. Ничего он не портит, нормально все. Ух, горячий. Ну-ка. Да ёб твою. Даже открыться нормально не можешь. Запечатали, блядь. Смотрите. Во, попробуем. Во, студень. Холодный, как мороженое, блин. А, ну вот это. Куриную фигню. Желе прикольное. Как десерт.
Здесь еды на двоих получается. Блядь. Сюда ляпал. Мне одновременно захотелось и бича, и рассольника, и вот этот студень у меня уже давно стоит. О, холодильничку. Думаю, все и сразу. Сколько съем, столько съем. Кайф какой-то прям. Ага. Лучок, что ли, жареный. Какая-то фигня. А рассольничек хороший. С перловочкой. Не дают мне спокойно похавать. О, даже кепку не снял. Постоянно какая-то фигня происходит. Срочный вызов. Ну никак без меня. Желешечка. Я бы не сказал, что здесь так мяса прям уж много, но все равно есть. Вот 100 рублей в Ашане стоит эта фигня. Вот захотелось мне бича, ничего не могу с собой поделать. Бурленчик. Блин, прикольный. Студень, растудить его. Ништяк. Ништячный взгрев. Все. И есть не хочу. Наелся. Всем спасибо. Всей свободы. Здоровья вам и не переживайте ни за что. Все будет хорошо. С вами был Юрец. Пока.